Друзья, вот состоялся конкурс между профессиональными танцовщицами танца на пилоне. Рядом со мной еще одна из участниц. Как тебя зовут? Екатерина. Катя, почему в кофте? Расскажи мне, очень интересно. Полтанца протанцевала в кофте. Ну, это образ вдохновила песня на такой образ домашний, нежный. Поэтому кофта. Очень хотелось его показать. Сколько лет занимаешься? Это долгая история. У меня были перерывы довольно-таки большие. Ну вот после перерыва, после травмы, ну почти два года. Сложно, трудно дается или легко? Ну как вам сказать, когда есть желание, когда нравится, то легко, несмотря ни на какие трудности. То есть за два года вот так вот абсолютно спокойно можно достичь таких вот результатов, как у тебя, да? Да, главное желание. Как ты можешь себя охарактеризовать в двух словах? Веселая, классная. Все, что даже. Танец для тебя это хобби? Это жизнь. А какая у тебя профессия? Я на самом деле обучаю персонал. Да, я работаю корпоративным тренером. Но никуда от меня не уходит. А не было у тебя желания сделать танец своей профессией? Конечно, было. Да, очень долго это желание было. Но вот так как случился перерыв, то пришлось, наверное, попрощаться с этой мыслью. Какие цели ставишь перед собой на будущее? Развиваться еще больше, еще лучше. Ну и главное, никогда не прекращать танцевать. Молодец, ты сегодня очень хорошо выступила. Мы желаем тебе вдохновения, сил, здоровья. И надеюсь, что мы еще с тобой увидимся. Я тоже очень надеюсь. Спасибо. Спасибо за интервью.